Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотемпалт, и я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые подписывались на меня, смотрели все мои ролики, потому что нас теперь целых 500 человек, да, это офигительное для меня число. Спасибо вам большое, друзья, то, что вы со мной, надеюсь, вам будут продолжаться нравиться мои ролики. Спасибо тому, кто сейчас смотрит это видео, да, именно тебе я говорю спасибо за то, что ты следишь за моими роликами, это очень круто. А мы продолжаем сабнафтику, и сегодня я хочу сейчас сходить к сигнальчику одному. Мне там сигнальчик новый пришел по радио, надо сейчас узнать, что за сигнальчик. Мне написали в комментариях, значит, под прошлым видео, типа, лучше баллон, надо улучшить нам баллон с кислородом, и еще в биоме с водорослями, где плавают сталкеры, можно найти, типа, сборщик транспорта. Так, что у меня насчет этого снаряжения? Огнетушитель. Ласты. Обычный кислородный баллон. 3 титана. СТП. А у меня что, его нет с собой? Да, весь титан, наверное, на базе. Ну, сплаваем. Если уж у меня есть титан тут. Welcome aboard, Captain. Или не тут. Вот он, титан мой. Раз, два, три. Отличненько. Погнали крафтить. Сейчас сделаем себе запас воздуха побольше. Это первое, что написали. Потом вот, да, найти транспортировщик транспорта. Именно в том биоме. Кислорода больше. Высокой емкости кислородный баллон. Его улучшать пока я не могу. Да, это максимум, что я смог. Ну, погнали, посмотрим, что ли. Что у нас в этом биоме с водорослями, где плавают сталкеры. Посмотрим, что у нас тут. Тут транспортировщик транспорта где-то лежит. Так, это не транспортировщик. Буду искать. Так, вот чё? Энергия за... А, заряд 1%. Идеально. Транспортировщик. Что-то интересное нашел. А, фрагмент сборщика транспорта. Фу, сборщик, транспортировщик, блин, говорю. Давай вверх поплыли. Запасемся еще кислородиком. Так, батарейка. Тут я нашел сборщик транспорта. Нам надо еще поплавать. Поискать ты что. Металлолом. Вау, зуб сталкера. Ой. Доступен какой чертеж, на это мы сейчас посмотрим позже. Так, поплаваем, поищем, так сказать. Сборщик? Нет, это не товалом. Ой-ой-ой, плохо. Плохо дело. Давай еще кислородика. Воды просит, чувачок. Нам надо поплавать в этом биоме, поискать фрагменты сборщика транспорта. Говорят, что его тут найти можно. Даже очень хорошо его тут найти можно. И кто? Металлолом, металлолом. Сойди, металлолом.
У меня новый чертеж Визату при помощи зуба сталкера теперь. Это круто. На 30 секунд осталось. Ну давай доплывем. Подышим. Блин, а если серьезно, где? Так вот еще я что-то нашел. Фрагмент морского глайдера. Пофиг. Еще раз поплаваем. Плаваем, плаваем. Что нам еще-то делать? Ты металлолом. Не то. Вообще не то. Так. Так, опана. Фрагмент. Фрагмент сборщика транспорта. 30 секунд. Да пофиг. Все, я просканировал. 2 из 3. Еще один кусочек осталось найти. Seek fluid intake immediately. Так. Тут я кусочек нашел, где еще я его найти могу. По-любому где-то еще один поблизости. О, сборщик транспорта. Ты где? Вот он. Вижу. Отлично, я нашел весь сборщик транспорта. Миссия завершена. Поплыли до к шлюпке. Хотел сказать, на базу. Да, миссия у нас прошла успешно. Осталось только какую-нибудь рыбу в пузырь поймать, чтобы водичка была. А то у меня воды вон не хватает уже. Вот тебя еще поймаем. Почему бы и нет? Так, давай. Идеально. Доплыли. Не, а хотя не рано, подготовитель воду-то надо сделать. Так, сейчас посмотрим, из чего у нас делается сборщик транспорта. Vital signs stabilizing. Идеально, вода есть. Эмалированное стекло. Где вот переносной сборщик? Титановый слиток, смазка, энергоячейка. Это у меня все есть. Только нам надо за смазкой сплавать. Так, я знаю то, что мне там радио какую-то новую штуку приготовило, но рановато нам. Давайте сначала. Ладно, беру семян. Я думаю, этого достаточно для смазки. Надо же так делать. Просто семян. Нам же смазку надо. Такс. Смазка есть. Идеально. Можно, в принципе, делать смазку. На у этого что ли уже падает. Так, мне осталось. А может быть мне еще и пригодятся эти гроздь. Так. Давай, плыви. Домой. Такой у нас скромненький домик. Ага. Титановый слиток. И энергоячейка. Погнали. Обратно крафтить.
Сейчас мы скрафтим этот сборщик транспорта и сможем сделать мотылька и еще дофига всякой прикольной штуки. Но пока у нас есть чертеж только мотылька. Инструменты. И сюда залез, вот он. Сборщик транспорта у нас строится. Так, сейчас нам его предложат разложить. Разложим мы его возле базы. Этот чудо-сборщик. Ты где? Назначить быстрый слот. Ну давай. Отлично. Идеально. Так. Че я убрал? А, вот эту штуку я убрал. Это убрал. Так, у меня нож был на вторую. Так. Ремонтный. Где глайдер? Куда глайдер дели? Эй. Где мой глайдер? А вот он. Ё-моё. Как я мог не заметить? Так, ну давай подняться. Использовать транспорт. Мотылёк. Смазка, энергоити, ячейка, два стекла, свинец. Ну, в принципе, это можно сейчас сделать нам всё. Чтобы сделать моделька идеального. Так. Взять свинец. Чищено для стекла. Да, стекло, кварц. Давай два кварца как раз. Еще нам надо. Так, я знаю то, что у меня там приемник радио идет. Так это давай посмотрим, чтобы оно все убралось. Нафиг. Отлично. Че, какой у меня там еще чертеж? Что-то хотел. Вот все с чертежами-то. Так, смазка нужна. Титановый слизь, титан 10. У меня титана 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще немножко титана надо. Ну ничего, наберем. Так. В принципе, все готово. Надо только набрать титан. Сейчас это мы сделаем быстро. Потому что этим долго и не надо заниматься. Яйцо, господи. О, сера. Хорош. Сера, дело хорошее. Так. Блин. Медная руда. Мне нужен... Ты, братан, пока. Вылезти не может. Прикольно. Шо, вылезти не можешь? Ой, ё-моё. Так, известняк. Медная руда, да ё-моё. Свинец. Такие вещи надо брать. Так. Господи, где мой титан? Мне нужен титан, и это очень срочно. Титан.
впервые так сложно мне найти титан. Просто какой-то титан. Так я тут что был? Ну да, я тут был, по-моему. И пока, парень. Там что-то не находится. Известнячок. А мне ведь немножко осталось. О, что-то новенькое. О, это ж... Сталкер еще крут. Только же, что... Ну-ка, фигню какую-нибудь выбросим. Зубсталкер. Да, редкие вещи. Пойду-ка пока снесу на базу, что ли. Так, погоди, где моя база? Вот она. На базу сейчас часть несу чего-нибудь полезного. Зуб сталкера, два зуба сталкера. Сера. Нет, наверное, да, господи. Вот это вот все мне заполонило. Сейчас маску сделаю и все. Так. Надо поплавать, поискать еще известняка. О. А вот где моя ловушка. Существа какого-то. Я ее потерял тогда. Она до сих пор тут. Так, вот, да неужели титан? Этого лом. Чё ж он полон-то, мой инвентарь? Чем он наполнен? Так, минус гроздь. Металлолом можно превращать в титана, я это помню. Сейчас мы это как раз и сделаем. Титан. 4 штуки уже сразу. Идеально. Что мне еще там надо было? Мне как раз нету обычного этого титанного слитка, да? Титановый слиток. И смазка. Все, по-моему. По-моему, все готово. Так, надо опять за водичкой сплавать. Где мой рыба-пузырь? Как раз к ловушке сейчас плаваю. Где моя ловушка? Где-то тут ловушка лежит. Хотя зачем за ловушка? Вот моя рыба-пузырь. Где? Так, водичка. И еще водичка. Все, хорошо. Блин, у меня с едой проблема. Так, еще одна водичка. Мы сначала покушаем, потом запьем. Так будет лучше. Намного лучше. Что-то рыба не ловится. Рыб, ты где? Вот рыба. Так, я тебя вижу, рыба. Отлично. Еще рыба. Рыбы много. Эту рыбу ловить. Задохнешься. Так, подышал, еще сплаваем. Где моя суперэффективная ловушка? А вот она. Хорош. Только она ловит что-то не то, что надо. Это же съесть нельзя. Все вот это вот можно. Гарри можно есть. Рыбу Гарри можно есть. Вот. Все вроде. Набрал. Где моя это? А вот она. Все отлично. Подкрепимся сейчас.
Водичка. Все супер. Жареная рыба. Так, отличненько. Все, можно и лопать. Летаем. Все отлично. Нормально. Погнали. К моему сборщику транспорта. Вот он. Так, подняться. Использовать сборщик. Ну что ж, ребят. Блин, такой момент, и я забыл сделать тикву. Ну как так-то, а? Сейчас. Стопэ. Тикво будет. Еще могу сборщик сделать. Так, основные стекло. Все. А сколько там? Два стекла? По чертежу твоему, мотылек. Стекло X2. Надо еще кварц. А еще кварца у меня нет. Надо искать кварц. А может быть он и есть. Но я этого не знаю. Ну ладно, еще поищем кварц. Кварц 3 медиум. Так. Тут нету кварца. Нигде нету кварца. А вот он. Ну хоть тут есть что-то. Кристальчики кварца. Все, есть кварц. Давай назад по поле. Так, отлично. Как раз к утру собираем мы мотылек. Сейчас соберем мотылек. Первый раз сяду за борт мотылька. Это очень круто. Все готово. Так, где мой сборщик? Вообще не вижу. Так, тогда давай по полю ближе к базе моей. Так, вот тут он где-то. А вот он. Сборщик. Давай, давай. Заходим в сборщик, использовать сборщик. Ну что, вы готовы к этому? Я думаю, готовы. Пошла, поехала. Мотылёк в студию. Вот и все. Мотылёчек. О, господи, на тебя сфоткать, ты такой прекрасный. Круто. Давай залезем у него. Welcome aboard, Captain. Вау. Как круто-то. Все, давай. Сейчас сходим на сигнал. Слушай, круто в мотыльке сидеть. Давай, сигнал. Сигнал действия. Говорит спасательная капсула, здесь на борту пассажиров. Координаты прилагаем. Мы приземлились в километре от места крушения, но между нами и местом встречи находится радиация. Прошу немедленной помощи. Шестая капсула, конец связи. Да ё-моё, я же эту
радиацию отключил, или у них это старый сигнал был. Старый сигнал без. Так, ты где? Так, вот ты где. Что за баг? Почему мне вот этот кусок рисует? Ладно, пофиг. Это вообще не важно. Важно то, что наконец у меня есть мотылек. И это очень круто. Можно спокойно путешествовать по этим подводным просторам и даже с очень офигительной скоростью. Так, вот я у капсулы 6. Вехи имеются. Через какую мне сторону-то? Давай заходим. Что у нас тут? Свинец. Фаер-ракеты. Ну, разумеется, как всегда, никого нет. Но мы сейчас почитаем. Как всегда, мы всех потеряли, и никого тут ни хрена нет. Сканировать тоже, видимо, ничего нельзя. Да, ничего тут нельзя сканировать. Вообще ничего нельзя. 30 seconds. Давай. Где мой мотыль? Давай заходим. Отлично. Почитаем КПК. Загружены данные, выжившие с Авроры, бортовой журнал капсул номер 6. Не надо было позволять ей оставлять меня здесь одну. Уже темнеет. Она наверняка уже приплыла на точку сбора сама или утонула по пути. Так что мне придется что-то сделать. Я зажгу сигнальную ракету. Звук зажигательной ракеты. Звук открывающегося люка. Вы что делаете? Зажигаю ракету. Вы где были? Член экипажа. Это не аварийная ракета. Прекратите ей так размахивать. Вы подожжете сеть питания. Взрыв. О, господи. Хорош. Сеть питания сожгла она. Я предлагаю поискать что-нибудь новенькое. С этим мы со всеми делами разобрались. У нас есть эти. Можно найти последнюю деталь циклопа. Или же... А, ну конечно, комната сканирования. Еще тут всякие штуки. Модуль. Окно. Не окно. Можно мне сделать еще одно продолжение базы? Давай, попули на базу, бог с этим. Нету, все, потеряли. Это что за штука? Так, глаза бросаются. А, это моя база, ё-моё. Фигню, что-то промаялось. Окей, а это у меня на месте, да? Люк, откройся. Так, усиление корпуса. То есть усиление корпуса. Нет, не по-нашему. Маленькая целевая комната. Мне бы эту маленькую целевую комнату открыть. Ингредиенты неизвестны. Идеально. Давай что ли сплаваем куда-нибудь, поищем все эти дела-то. Посмотрим в округе, есть ли тут что-нибудь. А стопы я жить это... Экипажа там нет нифига. Я уже там был. Экипажа нифига нет. Давай выйдем, посмотрим, что у нас тут. Идеально. Титан. Что у нас еще тут есть? Больше у нас тут ничего и нету, правильно.
Вот еще один морской глайдер. Дополнительный фрагмент переработан в титан. Так. Мотылек. Может быть, все-таки к этой темной части Авроры, что ли, поплыть. Что-нибудь есть, нигде ничего нету. Можно, в принципе, туда доплыть. Сейчас потихонечку так. Очень тихонечко, пока у нас новых сигналов нет. И посмотреть, что мы можем. Тут у нас что? Давай-ка выйдем. Посмотрим, что у нас тут. Торговый автомат. Серьезно. Как это называется? Так, я знаю то, что мне немножко осталось кислородом. Давай обратно в мотылек садись. Погнали дальше. Чего внутри? Файдер. Поплаваем, поищем, что нам еще делать-то. Делать ничего. Что ты так подскакиваешь-то, а? Из этой воды. Да, я уже тут. Все, в принципе, прикольненько. То, что я уже тут. В заднюю часть сплавать надо. Чтобы посмотреть, что там. В принципе, разумеется, дохрена всяких обломков, еще всякой хрени. И это, конечно, опасно до жути, то, что я в мотыльке сюда был. О, шикарно, без света погулял. С чемоданом. Но это все дело опасно. Не поплыли нафиг отсюда. Нам тут лучше не сидеть. А то Левиафан тут у нас обитает. Так, лучше посмотрим, что тут. Это что? Это что-то интересное. По-моему, фрагмент мотылька. А фрагмент биореактора. Еще поплаваем, посмотрим, что тут у нас. В принципе, ничего интересного. Птичка. Да, плавать и искать. Welcome aboard, Captain. Тут у нас что? Лазерный резак. Неужели я тебя нашел снова? Так, осталось последнее. Чертеж лазерного резака, и все будет супер. Так, отлично, вот и радио. Давай назад сплаваем. Пока мы фигни помаялись, нам уже пришел второй сигнал. Этот сигнал будет последним для нас, ну, за эту серию, да.
Так, что тут у нас? У нас тут ничего нет. Вот что. Ощущение, как будто что-то крутое у меня перед носом, но я этого не вижу. Что-нибудь есть? Так, ну-ка, назад. Фрагмент морского глайдера. Что тут еще? Да, ну в принципе хрень всякая. Плывем домой, короче. Так. Тоже морской глайдер у нас в ящичках. Ничего особенного. Два морских глайдера, ё-моё. А еще что-нибудь интересного нет? Не, ничего интересного еще у нас тут нет. К сожалению, но нет. Я могу, например, скрафтить из ресурсов какую-нибудь такую же энергоячейку. Да, я могу. Две батареечки и силиконовая штучка. Так, ладно, давай радио. Получен записанный сигнал бедствия воспроизведения. Говорит спасательная капсула 3. Передай наши координаты. Мы хватаем кое-какие дыры в нашем спасательном гайдере. То, что не волнуйтесь, если мы опоздаем на место сбора. Кроме того, не улетайте домой без нас. Серьезно, капсула 3. Конец связи. Местонахождение сигнала установлено в КПК. Ну, погнали, чё. Что ж нам еще делать, кроме того, как искать сигнал новый? Так. Что-то интересное или мне кажется? Мне кажется. Смотрим. Ну да, мы капсулу 3, погнали. Что тут у вас произошло? Вижу только, судя по всему. Странно, тут ничего нет. Вообще ничего нет. Может быть, я ее обыскал, да, скорее всего, я ее обыскал. Уже давно. Поздно вы мне сигнал дали. Чем так подсвечивается? Подозрительно. Да, это странно. Но я тут был. Я же тут был. Да, бортовой журнал капсулы номер 3, я тут был. Какой-то родной. Так, тебя убираем мы. Так, еще попробуем, посмотрим, что тут у нас. То ничего не видно, может быть, вдруг я что-то интересное пропускаю. Просто так поищем, например, лазерный резак. Тут у нас что? Там глубина 71 метр, так уже серьезная акула тут плавает. Это уже все серьезно. Лазерный резак очень хочу. Иди нафиг. Вы что, сговорились?
Они же сейчас моего мотыля сожрут. И что-нибудь. Кажись, лазерный резак. Так, это плохая идея, не подплывай ко мне. Блин, это очень плохо. Закончится для меня. Одно. Сремонтить без тела. Так, быстрей. К тебе. Смотримся. Да иди ты. Зараза. Сейчас, я сюда заплыву. Быстрей. Работай быстрей. Стазис винтовка, пофиг. Сканируй. Так. Ладно, неплохо. Нашли стазис винтовку. Что для нее нужно? Для моей стазис винтовки. Кофейный аппарат. Где-то тут лазерный резак, стазис винтовка, еще ее чертеж нужен. Давай поплаваем, посмотрим, что есть. Чё ж нам не поплавать и не посмотреть, что есть. Тут же не будет столько всего интересного. Ты открытый. Ай, ты мне скотин специально. Чё-то интересно. Транспорт. Ладно. Погнали еще посмотрим, что у нас тут. 49%. Ладно, друзья. Доплыву я, пожалуй, до базы. И так уже слишком опасно все это дело. Меня хорошо погрызли. Очень хорошо. Меня погрызли. Какой номер? Номер 3. Даже я бы сказал, круто погрызли. Так, нормально. Самое главное, чинить можно. Эх, сделать бы и найти мне лазерный резак. Было бы очень круто, было бы просто безумие круто с лазерным резаком. Вот я и дома, вот я и на базе. Так, ну ё-моё, ну вот чё так? Вот, вода моя. Вода нужна. Скорее не воду. Так, все, плыви. Плыви домой. Вода сейчас будет. Таким не с едой, с водой. Так, все нормально будет. А еще в таком же распорядке. Так, давай махани. Отлично. Мотылёк. Тебя надо бы починить. Немножечко. Все нормально. Все у нас офигенно и хорошо. Так, титана слишком много. Слишком много титана, золота, свинец, золу.
сколько добра-то я отдал. Нормально. А, еще аптечку. Используем. Ладно, дорогие друзья, с вами был Тотем Паут. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ну что ж, всем удачи, всем пока.